Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Шмагля Resident in Долина Home Garden. Сегодня 10 мая 2022 год. И хочу сделать видеообзор моего цветущего таинственного сада. Но хочу начать мой видеообзор такого великолепного куста, где центры великолепны. Этому кусту, который был в прошлом году пересаженный, 6 лет, когда мы купили дом в 2016 году. Это моя самая первая посадка. С первых посадок на моем таинственном саде. Децентра великолепная. И вот таких два куста пион, в которых в каждом кусте еще два вида посажено из-за незнания. Там, когда я покупала, там корешки были разные. Ну, вот так получается. Посадила в одну кучу, чтобы побольше был куст сразу. И получилось разные. Ну, так как что есть, то есть, как говорится. Ну, а вот в центре моя вот такая большая. Сажала ее вот таким маленьким кустом. Сейчас я вам покажу. Вот такой кустик был 6 лет назад. Это остатки вот этого куста. Я его пересаживала в прошлом году осенью из-за того, что здесь я посадила стенку стой. И вот корешочек остался и растет. Вот на это место 6 лет назад я посадила мою великолепную децентру. За 6 лет вот так выросла. В прошлом году я ее пересаживала. Она еще выбрасывает и выбрасывает. Она, ну, начала цвести. Вот скоро будет месяц, как она начала цвести. Ну вот она такая еще полураспуски, не полностью распустившаяся. Она еще вырастет и будет еще больше. Сейчас 8 вечера. Снимаю я видео, и хочу сказать, что она растет у меня на полном солнце. Здесь целый день с утра до вечера солнце. Жарко. Можно сказать, что здесь эта клумба, этот цветник у меня жаркий. Вот такой куст вырос. Мой вот такой большой цветник. Начнем мы с самого начала. Начало здесь. Вот оно начало. Здесь папоротники и виноград дикий. Три деревца с гибискуса, которые прямо насеивается, и целый сорняк здесь. Много сорняков. Гортензия, тюльпаны. Просто так коротенько покажу вам, как преображается мой сад каждый день. Вот я каждые 5 дней делаю сейчас обзоры в моем саду. Примулка. Жарко ей здесь. Нужно пересадить ее на другую клумбу. Вот так цветет сейчас барвинок. Весь там заросший гибискусами. Там прямо невозможно. Посмотрите, вот это все гибискусы. Палки, 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 палки. Как его убрать оттуда? Это даже не знаю. Этот участок у меня такой всегда сложный был. С самого начала самый сложный участок. Цветут еще тюльпаны пионовидные.
Вот такие красавцы, очень красивые и долго цветущие. Вот уже больше недели они цветут и цветут. Также герань вот распустилась. И так красиво цветет. Я ее по чуть-чуть рассадила по всему саду. Хотя, мне кажется, нужно ее ближе к краю. Здесь мои гвоздички возле принцессы Маргарет. Осинка. Лилии нужно обработать. Здесь у меня розарий под забором. Это самое солнечное место и палящее. Летом здесь жара, жара, жара. Нужно срочно мульчировать. У меня мульча уже есть. Так что будем мульчировать. Сколько же у нас сейчас? 8 вечера. Тепла. Сейчас посмотрим. Сейчас. Больше 20 градусов. 10 мая. Вот такая еще децентра. Было у меня два кустика. Пересадила в прошлом году один кустик, и он, видно, пропал. Я его нигде не вижу. Вот такой большой кустик розы флорибунды, которая вот-вот-вот распустит свои бутоны. И здесь розочка в бутонах уже. Нарциссы уже все отцветают. Розы нужно обработать. Некоторые побольше, некоторые поменьше. И живучка цветет, живучка. Коврик, бордюрчик с живучки. Ну, вот такая красота. Природный тюльпанчик розовый. Моя децентра великолепная. Мускарики уже все. Скамеечка. Ну вот розочка. Шрам. Рассадила мои очистки, большой куст. Здесь, где роза посажена, он был там. Я его убрала. И вот сделала здесь под туями такой целый ряд сочетков. Вот так смотрится мой цветничок. Огроменный на 10 октября. Вот такой полукруг. Здесь тоже цветут еще нарциссы и розы чайно-гибридные.
поднимаются. Отцветут нарциссы, будут здесь розы. Ну вот, газон уже нужно стричь, лысоватый. И вот за заборчиком вот так смотрится. Здесь еще как бы все в процессе. Ряд с хвост посаженный и нужно замульчировать. Идем к другому большому цветнику моему. Начнем с этой стороны. Здесь тоже целый ряд хвост. Вот так они поднялись, разрослись. Но здесь нужно мульчировать, земли подсыпать им. И анютные глазки. Посмотрите, красота, красота. Что же здесь творится? Одна красота. Ну что ж, перешли мы на другую сторону. Со стороны сада. Вот здесь такой уголочек. Здесь, кажется, все-таки мой морозник пропал. Да. Съели, подъели. Все, нету ничего. И хосты здесь. Вот так смотрится. Здесь нужно нарциссы все убрать. Уже все. Нарциссы отцвелись, но они здесь около месяца цвели. Остались только морозники. Вот здесь такой большой, красивый куст морозника. Бегин пари. Гирлянда на солнечной батарее. И вот мои винтажные тюльпаны. Какие они огромные. Уже большие. Ой, нужно полить. Так, все. Тюльпаны уже отцветают. Продолжаю видео. Уже все. Ну как они мне нравятся вот в таком виде. Вот такая красота. Мой декоративный колодец. Там уже посажены цветы. Морозник вот такой красавец. Арочка, скамеечка. И вот так смотрится с этой стороны. Тюльпанчики там. Колодец. Нужно уже опять заняться уборкой сада. Но я жду, чтобы тюльпаны отцвелись. И буду мульчировать. Уберу все. Прополкой займусь и все замульчирую. Вот такой красавец сад у меня. Меняется композиция на моем крылечке. Мой горшечный сад пока еще не закончила, но все меняется. И я покажу сначала вот круг мой. Здесь по кругу вот так все выглядит. А потом пойдем с другой стороны. Со стороны дороги покажу.
тут клен, конечно, нужно его как-то формировать под кленом. Вот такая фиалковая красота цветет. Очень красиво тоже. И ландыши. Ландыши в этом году много. В прошлом году я мульчировала, и вот мульча пошла на пользу. В этом году очень-очень много ландышей. Когда они отцветут, я опять здесь все замульчирую, чтобы было красиво. И между ними можно кое-что посадить. Какие-то, может быть, однолетники. Вот такая красота. Красота с ландышей. Вот как много они уже в бутонах. И их много. Конечно же, и одуванчик здесь. Без него никак. И они начали разрастаться, чему я очень рада. 6 лет они вообще никак не разрастались. Начали разрастаться, и я хочу в своем лунном садике посадить. И пускай там они распространяются. Вот даже некоторые открываются. Вот. Скоро-скоро. Цветник под окошком нашей гостиной. Тоже жду. Здесь немного тюльпанов, но жду, чтобы они отцвелись. И как только у меня появится свободное время, я здесь тоже нанесу немножко земли, хорошего компоста, и засыплю тоже все мульчой. Вот тюльпаны уже отцветаются, красивые тоже. Здесь когда-то было много тюльпанов, сейчас поменьше. Морозники мои. Здесь у меня 5 кустиков. Мускари уже все отцвелись. Уже все. Можно все срезать, замульчировать. И вот здесь не полностью еще распустились. Распускается коврик. И хочу, чтобы здесь все-все затянуло. Ну, когда-то затянет. Ну и вот тюльпанчики. Красавчики. Поздние выходят они. Распускается пион. Какой уже большой. Ну что ж, под моими туями. Туи нужно, особенно вот те маленькие, подвязать, чтобы они срослись, они немножко рассыпались. Вот коврик с флоксом. То, что не хотелось. Я думаю, в этом году оно уже больше и больше затянет здесь. Нужно немножко земельки хорошей подсыпать. Тоже тюльпаны уже отцветают. Нарциссы тоже. На этой клумбе морозник набирает силу. Гиацинты тоже все отцвелись. И набирают силу здесь клематисы. Вот они, тюльпаны. Уже такого винтажного цвета. И вот клематисы. Вижу уже бутоны на нем. И с этой стороны покажу. Здесь нужно убрать траву. Гехера набрала свою силу. Тюльпаны.
уже цветают, пионы на смену им идут. Вот, попугайчатый тюльпан распускается. Вот такой красавец. Вот. Нарциссы букетные, поздние. И тюльпаны Куэнай распустились. Вот, цветут. Вот так смотрится мой сад с этой стороны, как только входишь. Ну, как-то так. Ну и пройдемся по моему юбилейному садику до к дороге. Здесь табличка. This is my secret garden. Это мой таинственный сад. И здесь нужны посадки. Нужны флоксы. Чтобы свисали вот так красиво по бордюру. Засадила я свои кашпо, горшечные сады. И вот так смотрится мой юбилейный сад. Пока что вот только красота. И со стороны дороги красота. Вот так смотрится мой таинственный сад. Здесь полярис, и традесканция, и хоста. И вот будет свисать, разрастется гвоздика. Кашпо с петунией. Вот так, посмотрите, как красиво свисает. Здесь флокс цветет, красота. И моя сирень. В прошлом году только один цветочек был. В этом году вот три. И там два. Какой аромат. Флокс, красота. Здесь вот тут тюльпаны. Нужно купить. Ой, что-то купить и засадить здесь. Или гвоздику рассадить, чтобы была полянка. Вот здесь такая дорожка к моему колодезю. Лаванда, тюльпаны, вот тюльпаны. И здесь лобелия, и вот такая красивая орхидейная петунья. Три вида. Я специально выбирала вот здесь отселся и лобелия. А здесь будет фонтан серебряный с дихондрой. И вот так смотрится с этой стороны мой тюльпановый рай, который уже скоро закончит свое цветение. Газон с гвоздики получился. Скоро-скоро здесь все затянется. Надеюсь. Нужно будет рассаживать еще вот здесь, нанести земли и посадить гвоздику.
Здесь немножко тень, и она хуже. Ну, как бы позже. Хотя вся она одного сорта. Розочка здесь. И вот так мой горшечный сад при входе встречает мои анютины глазки. Переехали все сюда. Пересадила я гортензию. И вот такая красота при входе в моё таинственный сад. Мой таинственный сад. Скоро клематисы распустятся, вырастут. А вот здесь тоже полянка удалась. Кое-где трава пробралась, но ничего. Моя штамповая гортензия и тюльпанчики. Вот так разрослись кустики с анютиными глазками. Вот так все смотрится с высоты. Тюльпанчики. Мой парадный сад. Парадные клумбы. Вот так смотрится на 10 мая 2022 года. Терешковая гортензия. С каждым днем все больше и больше на ней бутонов. Здесь спрятался тюльпанчик. При входе в мой таинственный сад торчает вот такой коврик. Нужно еще с этой стороны тоже сделать коврик, посадить коврик. Наверное, с розового надо. Вот такой лиловый. И нужно розовый или белый. На флоксе я хочу закончить свое видео на вот таком красивом бордюре, такой красоте. Хочу закончить видео с моего таинственного сада. Хочу пожелать всем вам счастья, радости, мира, добра. Мир в ваших сердцах, домах, мир в нашем храме и мир всему миру. До встречи на моем канале Шмуль Резидент Адалина с Хоп Гарден в моем канале.